Самарский областной онкодиспансер Руфилия Абушаева пришла на профилактический осмотр. В декабре прошлого года ей удалили опухоль под коленным суставом. Сейчас, делится девушка, все хорошо. Но для спокойствия решила вновь пройти осмотр у врача. Руфилия всегда вела активный образ жизни, занималась спортом. Впервые боли в колене почувствовала в 2018 году. Начала амбулаторное лечение. Когда оно перестало помогать, обратилась к врачу. В том году, когда у меня прям начались сильные боли, я сделала МРТ, и на МРТ уже все мне показало, как проблема моя. Я не могла ни присесть, ни сидеть, ни спать, и вот поэтому обратилась к врачам. Относительно новое направление в медицине – онкотравматология – активно развивается с 2015 года. Современные технологии позволяют при наличии опухоли провести ее удаление, сохранив конечность и ее функции. Это происходит за счет эндопротезирования. Самарский онкодиспансер – первое областное учреждение, на базе которого проведена такая уникальная операция – изготовление индивидуальных протезов, совместная работа онкодиспансера и клиник медуниверситета. Это наш общий совместный проект, то, чем занимается Самарский медуниверситет. Теперь это все внедрено в практику на территории Самарской области для наших жителей. И сегодня есть возможность выполнения данных технологий за счет средств высокотехнологичной медицинской помощи, то есть за счет средств бюджета для пациента совершенно бесплатно. В прошлом году в учреждении была проведена первая такая операция. Пациенту заменили сустав в пальце руки. Сейчас врачи уже делают операции по замене плечевого сустава. Мы выполняем резекцию пораженного отдела кости с протезированием онкологическим протезом. Благодаря индивидуальному протезированию мы полностью можем заместить пораженный отдел кости, сохранить максимально здоровую кость и полностью, так скажем, идентифицировать, полностью заместить утраченный сегмент конечности. Эндопротез изготавливается из титана по индивидуальным меркам пациента. В планах самарского онкодиспансера проведение других подобных операций. Через 2 дня еще одна операция, примерно такая же. В следующем месяце плечевой пояс мы будем заменять, тоже онкологический эндопротез. А в конце года мы с Андреем Евгеньевичем тоже согласовали, мы будем удалять пациентке опухоль таза. То есть это такой, так скажем, венец онкологической ортопедии. Вживление индивидуального изготовленного протеза способствует более быстрой реабилитации и сохранению высокого качества жизни пациента. Ольга Павлова, Галина Топильна, Петр Паламеев. События.